привет. 27 августа, 24 год. Поехал кататься на велосипеде. Погода вроде наладилась. С утра такая была прям осенняя-осенняя. Хотя в воскресенье я только со сплава приехал. Вообще отлично, как будто лето. Вот. Настолько оно меняется резко. Сегодня хорошо. Ночью уже холодные стали. Вот опять же, кто-то на сплаве был. Пятница, суббота, воскресенье. Ночь теплая. Вообще класс. Шельма стоит. Шельма. Шельма. О, хорошая собачка. Я так подкармливаю, около гаража подходит. Давно что-то не было, и она сейчас в других гаражах прижилась. А ее как стерилизовали. Чип на ухе, он висит, она такая спокойнее стала. Это была шебутная собачонка. Забор новый сделали. Новее нового. Тут вроде ничего был. Нет, другой еще забабахали. Белку давно не вижу. Она как раз у меня напротив. На березе жила. Вот. Когда ураган был, все гнездо размотало ей. Я сегодня думал, белки в этих дуплах живут каких-нибудь. Не, гнездо, как птица сделала себе. Ну, только гнездо у птицы, как-то она сверху сидит, а это ветки не откладывает. Вот так, типа дупла, вот так и есть. Там этих не таскала. Ситипон или вата какая-то минеральная, все обложила. Сколько нам? Полтора года жила, пока так, а у нее выводок уже появился, маленькие такие, как крысятки лазили. Кстати, травинки что-то на вилке не грызем, то одно, то другое, то не погода. Хотя на погоду грех жаловаться в этом году. В поход на Алтай ходил, а 10 дней не было. Выезжали. Я тут одну начал делать, когда в июне поехали. Времени нет. Это съемки много. Вот. Все подряд заливать, как-то не заливаю. Чуть обрабатываю. И лишнее показывать. Сейчас доедем до Аллея Героев. Там как Победа она называется у нас. Посмотрим, там стол делают. Каждую неделю мэр города ездит с инспекцией, как продвигается стройка. И отчет в газете пишут. Я что-то не пойму, что за прикол, конечно. Дорог в городе нет. Они это приоритеты себе такие вот назначили. Сейчас смысла нет. Ну правильно. Зимнюю вид уже через полтора месяца ставить. Так и есть примерно. Там числа 15 октября-то уже пора будет. Даже, я говорю, независимо от погоды, там будет снег, не будет. Я всегда ставлю. А листья еще зеленые, трава зеленая.
начала лета, где они начали эту аллею делать. Машина красная, для нас зеленая. Сказали, что самая продаваемая машина в том году была это семерка. Я еще говорю, где их берут туда? Меня вон катают. Вторичка, короче, рынок такой. Была за камешками эти все выкладывать. Забыли, что булыжник это оружие пролетариата. Вот. Нет, асфальтом закатали хорошим, который будет стоять, я говорю, десятилетия. Машины катаются. Видишь, как хорошо на этих на самокатах. На велик едешь, трясет все. Натаптывают, они стараются там заасфальтировать. Ну, это, в принципе, правильно. Да, но более логично делать тропинки там, где натоптали люди. Трава выкошена, ветки убраны. После весны там много оставалось. Я, наверное, уже месяц больше даже не катался на велосипеде. Чуть ноги размять.
Стало дальше, да? Седьмое, 22 градуса. И 16-25. Посмотрим, как продвигаться строительство. Вообще открытие этой стелы что-то на декабрь месяц уже намечено. Должны закончить. Видишь? Короче, новый асфальт сняли и на новый меняют. Весь собрали. Комиссия ходит, в галстуках стоят, четверками машут. Значит, в газете напечатают завтра. Дальше едем. Здесь вообще кусты росли, тут все убрали, с карликом засыпали. Подъехать.
Короче, вот эта стела, это как телевизионный экран должна быть. Ну так я понимаю, как говорили. Что там все мигать и сверкать должно. А что они настройки без касок-то ходят, я не пойму. Можно так, нет? Телефон, телефон. Не знаю, что это за номер. О, здесь уже даже дорожку сделали. Типа велосипедная, но она что-то узкая совсем. Или пешеходная ли это будет? Вон там ведет хоть пьяночка. Ну, узко. Там не асфальт, все камни выкладывают. Так. Крепой. Так, ну ладно, на следующий день здесь вот так. Так что едем дальше кататься по городу. Щебен бывает здесь. Можно дождаться, да? Это, по-моему, шлам с этого, с КНК возят. Такой он, как спеченный. Короче, присутствие в середине стройки. Газете напечатано.
Интересно, а здесь будет асфальт менять, нет? Там собрали весь. Сейчас велодорожка какого, да, ширины? Примерно 2,5 метра. Под 3, наверное. А там что-то новое делают, совсем узенькое. Что хорошо, что будет, да? Что плохо. Лопнула. О, он еще качается. И вся кривая будет. А, велосипедом под колесом хлопает. Полмиллиарда, короче, застройка стоит. Погодите, 50. Вот сейчас я говорю, плитка вот эта вся потом кривая будет, как на фонтане. Лужи будут стоять, да? Лопнутая, новую положили, она уже посередине лопнула. Магнит открылся в боулинге. Ленина заасфальтировали новым асфальтом. Вот этот кусок, это уже на моей памяти. Раз пятый что-то его асфальтируют, и все не могут ума добиться. Они сейчас вот газоны сделали, да, вот эти, как разделительные. Хотя асфальт тоже приличный был. Меняют и туда до Гайдара кусок от Обручева новый кладут. Спортсменов. Вот оно, да?
продают у нас. Что-то подарят. Вижу вещей много. Сигария. Не совсем, да, по хоккейству. Ладно, так вот, проверимся. А, костюмчики, платья. Дальше форму. Ходили, там ребята в основном, ну, 16 человек было, одна девчонка только с Красноярска, с Междуреченска, и я с Прокопьевска, так все с Москвы были. Вот они говорят, у них уже в двух школах форму отменили, свободная форма, короче. Можешь пиджачок какой-нибудь там носить, темненький, джинсы, можешь джемпер, говорит, ходить. Все это проголосовали, все, говорит, убрали. Я говорю, давно про это говорю. Так, в форме должны кто ходить? Менты, солдаты, а ну зэки еще пускай ходят в форме. А детей-то зачем заставлять? Сорубу надевать. Вот якобы он красиво смотрится. Это в первом классе, чтобы он красиво смотрелся, костюм надо. По мне дети все красивые. Не знаю, одежда. Троечек костюмов. На Красную Горку заеду, на Березовую Рощу, там я... Дома обшорками, все облезло. Хорошую развязку сделали здесь на Снежинке, давно пора. Сейчас прям еще посмотрим, этот базар летний. Ну, он тут всегда был на Снежинке. Такой. 90-х годов, так сказать. Вы гоняли здесь и сколько раз пытались, ну так оставили, отстали от них. Ну что, на продукты вырастут на своем участке, как гоняют их, продаж не повезли. Тут же говорят, фрукты, овощи подорожали. Я говорю, как же они не подорожали, если, кроме магазина купить негде. Вот какая-то конкуренция тут будет.
коней, да? Вот. Шахматный клуб пешечка. Так, это, по-моему, тоже Найдер Михаил Иванович. Почетный гражданин, герой Кузбасса. Шахтерской славы. Память. Это свой вклад на шее в прошлом. Ребята приходили тренироваться, там узлы вязали, я как помню, там ловки ставили, качать, как палатку поставить. Эти походы ходили еще с такими брезентовыми палатками. Там, которого надо одному тащить, другой банку тушенки несет. Ярче в одном здании, вот так вот. Не знаю, как они там между собой конкуренцию выживают. Дома-то даже посмотреть по ним не такие заселенные. Там можно проехать до поликлиники, там детский садик «Космонавтик» доделали все-таки. Вот 3 года там или 4 уже обещают открыть.
как будто бы что-то уже сделали. Вот барах асфальт кладут. Круто. Проедем. Так, это поселок Аэродромный, если приехать, это вот здесь будет. Раньше аэродром там был. Эти кукурузники. Через детского сада 5 штук. Доходяги, сейчас совсем дохлые. Да? По крайней мере, спокойно не кидаются. Это поликлиника. Я там коронавирус, помню, прививку ставил. Сказали, что в поезд не пустят, не будет. Зашел в поиск, никто не проверял. Смешно, да? Я, в принципе, поставил. Я как-то прививка нормально отношусь. Я, с одной стороны, думаю, что это надо делать. Там Екатерина первая, да, себе прививку от оспы поставила. Еще такие года, 1760-е, по-моему, да, что-то такое. Личным примером показала. Да, это у нас ТК Маяковского. Тут зал хороший такой, что тут концерты какие-то, еще что-то. Мы 2 года назад, кстати, ходили сюда. Ну, в честь Высоцкого, так, по-моему, 50-летия или что? Нет, по-моему, другая дата была. Горе всегда ветер. Зима вообще жуть. Растет. Я как Мантулей все время растал. Не знаю, говорит, как будем жить, как год сведем. Цена, говорит, на уголь падает, все. Но этот год как-нибудь, говорит, вытянем. Социалку все подтянем. Следующий не знаем. Все. И каждый год, кажется, на протяжении там уже 30 лет это слышу. И все время уголь никому не нужен. Я говорю, все больше и больше копают. Странно. Я не помню, сколько уже, 3,5, по-моему, тонн. Это для жителей здесь, кто живет, можно сказать, километр отъехал, уже лопатами грузит. Смотрите, по левую сторону у нас картон. Это называется дома
светофоры поставили. Ну тоже давно пора было сделать, такая неудобная. Что, общаги? По улице идет. Вот так и в последнее время землю не закапывают, потому что что случись, что потом асфальт закопать. Мне кажется, так лучше. Правильно. Изменилось много. Такой стиль, да, древний.
конечно, отваливается. А что, гидроизоляции нет? Асфальт под дверью подвели. Раньше ходил, асфальт накладывали. Баня общественная бывшая, что-то продается даже. Валберс открыт. Зашел, то один какой-то предмет можно купить там, ну и двух купить. Вот, если 2-3, все, 100% обсчитают. Трескается кирпич. Thank you.
метров. Пожарная часть на Советском. Пожарная часть у нас на этом строительном районе, где кольцо шестерка разворачивается. По-моему, завод, цех электромашин, это старинное осталось здание, сейчас тут квартиры сделали. Лофт это называемый. Вот это слово, да? Ну, он сейчас как раз включил. Поедем на улицу Гагарина, это на Градскую перешёл. Не рискую на велосипеде здесь спускаться. Убьешься. Все, со спутником сделал. Как магазин-то назывался здесь проехать? Мария Ра. Спутник, елки зеленые. Галантерея продавалась там всякая. Мне надо было в пионерский лагерь ехать. Что, зубной порошок, там еще что-то покупать. Пасту зубную, сюда ходили, щетку зубную.
Сейчас Гагарина открыли, здесь вообще невозможно перейти улицу. А тот идет. Ага, так. Телефон поработал. Звонил. Ну, молодцы, ребята, правильно поехали, бросили их здесь. Еще и в кусты, блядь, закатили бы. Смена на ПЗШ выходила, а там в шеренге 5 человек шли. Здесь трамвай уже ждали, развозили их. ПЗШ изменил здесь все, когда светофор поставили, движуха такая интересная стала. Все, все по-другому. Опять объясняю дорогу, все разрушили через кладбище. Весь народ через центр идет. Чай попили, поехали домой. Время без 10:06. Кого? Вот.
черная. Сколько сейчас? 1500, по-моему, рулон стоит. Ну, до 2000. Что-то знакомый говорил, вот это у рулона сена, еще разные они по плотности машины скатывают. И вот вроде как у него хороший какой-то катает. Он говорит, на неделю коровы хватает. Стоит там сколько? 1500, может, да, там, если говорит, много продает. Вот и 2000. Вот что-то по 1000 роликов раньше продавали. А сейчас, говорит, перестали, говорит, держать коров. 400, говорит, еле намотал. Вот, а я говорю, где косишь? Да где попало, говорит. Вообще, говорит, что, говорит, останавливают, когда везу, говорит, сено, спрашивают, где взял. Вот справки показывают, там, поебые земли. Вот типа там косил. Там кто проверит, где косил. Я говорю, надо еще сено косить, надо гаситься. Как будто ты корову, говорит, держишь и мясо увезешь куда-то.
машина, тем громче музыка.
очередей вечно были. Сейчас это все электронно делается. Красное дело. Так, ну вот сейчас поедем до участка, вот в обруч, чувак. Ленин, и поедем туда курица Гайдара. Видно, как дорогу выходит. Ну вот полотно. Года три стоял, да, дальше не хотели никак ремонтировать. Так, а что у нас? Работает, да? Свеженький асфальт. Улица Ленина доделали наконец-то. Остановку автобусную асфальтировали. Там надо сейчас в Озон заеду. Что-то там пришло. Как раз по дороге мне. Коленка разболелась, да ударил то ли что, мы ходили на это, на Алтай, так она и ноет у меня.
Хорошо. Так, что здесь мы поедем? Давайте по этой части. Вот, разменилось. Балкон нам делали, чтобы на гости не наехать. Я сегодня не засек, сколько я прокатился, но не знаю, может быть, около 20 километров, как обычно получается. Там по времени посмотреть, потом по съемке. Мотоциклов катается. Леха только мне сегодня говорит, надо, говорит, на мост как не прокатиться. Там собраться реально. Это... Время надо найти еще на все. Тут я говорю, вот со сплава приехал.